Продолжаем выпуск новостей. Великая война в памяти зарубежной России. В Музее истории города вспоминали Первую мировую. С Ярославля Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына начал цикл передвижных выставок, приуроченных столетию событий 1914-18 годов. На стендах материалы, которые проливают свет на многие страницы забытой войны. По ту сторону границы наследие тоже собирали по крупицам. Свидетельства большой трагедии народа вернулись в Россию, которую все эти годы участники войны не переставали считать своей родиной. Многие из них на долгое время были просто вычеркнуты из отечественной истории. Ярославцы добавили к большой выставке из Москвы небольшую экспозицию, рассказывающую о ярославцах, воевавших на фронте. Три имени, три семьи, три жизненные истории. Получился глубокий взгляд на события вековой давности с разных сторон государственного рубежа. Это и то, что хранилось в семьях, в личных архивах, это и материалы собраний воинских организаций, таких как Общество ветеранов Великой войны или как объединение бывших чинов Сумского гусарского полка и многих других. Это и документы, переписка видных участников Первой мировой войны, становившихся в эмиграции ее исследователями, историками, а не только мемуаристами.